Атяшевский районный суд вынес приговор 26-летнему водителю из Саранска, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек, а также причинении тяжкого вреда здоровью еще одному участнику аварии. Напомним, это ДТП произошло 31 октября 2019 года в Атяшевском районе. Примерно в 15 часов водитель автомобиля марки «Шевролет» в Очете, возвращаясь с одного из сел Атяшевского района на 28-м километре автодороги с сообщением «Поселок Атяшев, город Саранск», не справился с управлением, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Мазда 3». В результате автоаварии погибли сразу два человека. Пассажир «Шевроле Лачетти», который скончался на месте ДТП, и пассажирка «Мазда», которая позже от полученных травм скончалась в больнице. Кроме того, водитель «Мазды» получил тяжкие телесные повреждения. Экспертиза показала, что в момент столкновения предполагаемый виновник был трезв. Учитывая все обстоятельства, суд приговорил водителя из Саранска к 2 годам лишения свободы в колонии поселения с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».